И вот это вот. Окей. Погнали. Обзор новых пушек. Типа, на самом деле, реально обозревать этот, эту юлу очень сложно. Потому что... Ну, наоборот, не сложно, а должно быть очень легко, потому что, ну, блин, по нему все видно. По нему видно, что он мощный. А базовая атака 608, 66 критический урон. Это примерно равняется средней базовой атаке на легендарных оружиях, если я не ошибаюсь. То есть, сколько там? 46. 46. Отличнейшая цифра крит урона в сабстате. Прям вообще супер. И базовая 608. Это хорошие базовые цифры. То есть сама по себе лего уже сильная просто за счет того, что это катализатор на крит урон. Давайте посмотрим аффикс, из-за чего, конечно же, она становится интересней. Кагура священной сакуры. Сакуры. Капа. Использование элементального навыка наделяет экипированного этим оружием персонажа эффектом танец Кагуру, который увеличивает урон его элементального навыка на 12%. Он длится 16 секунд и складывается до 3 раз. То есть, по факту, практически ни на одном персонаже, если вы не будете забывать на него переключаться и прожимать ешки, этот эффект не закончится никогда. На многих персонажах набрать его довольно просто, таких персонажей, у которых будут несколько ешек, конечно же, это Ямику, у которой будет 3 ешки, то есть она сможет сразу же набрать финальный бонус, который на третьем уровне дает 12% бонус урона всеми элементами. 12% бонуса урона всеми элементами, это, конечно, не очень большая цифра, это всего лишь одна, какая там, четвертая от электрокубка, да? То есть вы получите, ну, 12% электроурона. Много это? Нет, не очень. Насколько много на 36% увеличение урона с ешки? Соответственно, на самом деле, несмотря на высоченную, ну, легендарную базу и хороший сабстат крит урона, пушка на такие важные вещи, как базовые заряженные атаки, влияет очень слабо. У нас основные каталисты дамагеры — Нинка, Кли, да, кто там, Ян Фэй, они дамажат обычными заряженными атаками, а Фикс, к сожалению, не делает, ну, практически ничего. Да, Ешки тоже у них дамажат, и опять же, как я уже сказал, можно легко довольно набирать этот фикс-бонус, например, при помощи двух ешек Кли, при помощи там двух, не знаю, внезапно дамажащей Сахарозы, как бы, через ешки, ну, возможно, у нее ешки нормально пол лицо врагам отрывают, если она не фулл МС заточена. Ну, в основном, опять же, мы же хотим крутой легендарный каталист, который подойдет кому угодно. Он все еще подойдет кому угодно. Наверное, только у Моны Ешка долго речарджится, да, и она практически не сможет заряжать вот этот 12% бонус элемент. Сколько у нее там кулдаун? Секунд 12, наверное. Да, ну типа не, если успевать переключаться, просто можно случайно потерять этот бонус, если не переключиться на нее раз в 16 секунд, хотя не так уж это сложно. У Ешки, у Нинки, да, Нинка как бы две ширмы ставит, все ок, и дамажит обычными атаками потом, ну заряженками под ультой. Кли, каково я забываю, Ян Фэй, ну Лиза, да, ну лучше всего, очевидно, сидит на Ямика. Поскольку мы еще не знаем цифр Ямика, может оказаться, что раз под нее сделан такой каталист, может оказаться так, что у нее основным источником дамага будет именно Ешка. Причем Ешки прожатые после ульты, потому что, да, вспоминая один из ее талантов, который анонсирован на стриме разрабов, у нее после прожатия ульты бонус мастерства стихий какой-то там будет усиливать Ешки. И плюс еще дополнительно они, условно говоря, будут усиливаться вот этой штукой, да, на 36, плюс еще 12, на 48%. То есть это, ну, чисто дополнительный условный электрокубок, да, на персонажа. Вот, но только для ешек. Вот, да, прожав ешки, потом ульту, сразу же ешки откатываются, снова их ставим, и уже с усиленным эффектом. То есть они уже все будут усилены на эти 48% урона. Насколько они мощные? Дальше я не знаю, что делать за Ямика. Опять же, пока за нее не поиграли, пока мы цифры не знаем, стрелять ли за нее дальше обычными электроатаками, там, или заряженными электроатаками, или же переключаться на других персов, чтобы просто эти электро вот лисички оставались и продолжали дамажить, потому что, ну вот, на это заточен в том числе и каталист. А в целом,
Скорее всего, даже несмотря на хорошие базовые характеристики легендарки, в коротких промежутках бурстового урона этот катализатор слабее, чем Песнь Странника. Конечно же, Песнь Странника, ну, пятых высоких пробуд. То есть, если мы вспомним сейчас Песнь Странника, то она дает 96% элементального урона. Ну, конечно же, если попадет под вторую арию. Первая на силу атаки чуть слабее, чем элементальный урон. В целом, в основном, наверное, на всех персонажах. Очень вряд ли когда-либо атака будет нужна. Опять же, если мы хотим внести максимальный бурстовый урон, да, там, мы, скорее всего, это тоже делаем под бэнтом. То есть самый важный вот этот вот момент. Ну и мастерство стихий, в принципе, тоже хорошее. Возможно, даже тоже сильнее, чем аффикс вот этой пушки. Если мы говорим о, например, о реакциях испарения. В любом случае, пушка гораздо круче, чем нынешние легендарные каталисты, которые у нас существуют, потому что рабочий аффикс, потому что, ну, у Атласа аффикс дает физический урон. У Небески аффикс такой, что на персонаже надо долго сидеть. Ну, типа, да. А это удобно, хорошо работать будет на всех. В принципе, усиливает ешки, усиливает общий урон, хорошая база, хороший критрон. Типа, катализатор классный. Посмотрим, что с ним будет вместе в баннере. Баннер вроде бы еще не анонсировали. Будем надеяться, что-нибудь хорошее. И я, скорее всего, крутану до одной леги, условно. Вот мои мысли по этому катализатору, соответственно, все равно для максимизации урона в короткие промежутки времени, которые они нам нужны, в принципе, в бездне, скорее всего, Песнь Странника все еще сильнее будет. Ну, особенно на вейпящих персонажах, да, ну, там, кто-нибудь у нас таяние делает. Ну, периодически, если Гидра плюс Крю в команде. Yes. Какими-нибудь заряженками. Вот. А вот бы обратного таяния, вот бы Крио Каталиста, да, в игру. Уф. Все это под сяночку. И какую-нибудь Тому обычными атаками, чтобы он дамажил. Не только заряженками. Мечты. Сеньора, где же ты, сеньора? Да? Ладно, давайте посмотрим бесплатный катализатор для всех, который можно будет получить, просто поиграв в ивент. Соответственно, энкономия. Будем энкономию очищать от проклятия. Это катализатор с 44 базы, эпический, высокая база и сила атаки. Мне это нравится больше, чем низкая база и процентная атака в субстате, так что в целом это прикольно. Но атака, опять атака. У нас уже был один ивентовый катализатор, это были истории Додека, но в историях Додека был интереснейший аффикс, который усиляет урон заряженных атак, да? Множитель мультиплайер на урона на заряженные атаки, это сильно, это классно. Все не есть, хорошо. Спасибо. Чатик, у меня красивый Цезарь. Спасибо большое. Вот. И, соответственно, ну, поскольку это не крит шанс и не крит урон, соответственно, это уже слабее, чем любые другие пушки на крит шанс или крит урон, чтобы вносить дамаг, все-таки сила атаки в пушке не так важна. Интересный все-таки субстат. Использование элементального навыка увеличивает восстановление энергии на 24% в течение 10 секунд. Соответственно, на пятой пробуде будет, наверное, на 48% увеличивать. Обычно эта цифра как раз увеличивается в два раза. Вот это уже поинтересней, как минимум, потому что существует сет рассеченной судьбы. Да. Сет рассеченной судьбы плюс 48% восстановы и под нормальную базу, и с кем мы все это делаем. Хер его знает, честно, я не придумал, кому этот катализатор давать. Казалось бы, может быть, хотя можно его дать как бюджетный, конечно, на какой-нибудь, тем более он будет качаться со скидкой, да. Хочется ли отдавать это Яймика, пока не знаем, сколько у нее ульта стоит. То есть бюджетная пушка на Яймика, ну, наверное, норм. На Лизу вполне, на Мону вполне, ну, Фавони, мне кажется, все равно будет сильнее. Нингуан, ей совсем восстанова не нужна, типа она прям ультит по кулдауну вроде бы всегда.
Даже, правда, не знаю, вроде как бы неплохой, ну, есть три хороших стата, ну, высокая база, неплохая сила атаки в субстате, да, и много восстановок, опять же. Ну, ну, кому? Типа, у Янфэй вроде ульта там 60 стоит, ей восстановление повысить, ну, ну, не под, ну, не под рассеченную знать. Мона, Кли, да, Кли нет, точно, ей вообще ультить, ну, он тоже ульту себе очень быстро восстанавливает, нет никаких проблем. Не знаю, вроде неплохо, а вроде как бы посредственно. Типа, ну это бесплатный катализатор. Для, в основном для новичков, кто сейчас только начинает играть, конечно же, такая бесплатная пушка супер классно зайдет практически на любого мага, опять же, на ту же Лизу. Да. Почему нет? Прокачать и положить на полочку? Скорее всего, да. Ну, типа, не, ну, просто неплохая пушка. Ну, нормально. Нормально. За бесплатно даром сойдет. Жаль, что второй катализатор подряд у нас выходит с силой атаки в субстате. Ну, что поделаешь. Типа, я не знаю, что еще про эту пушку говорить. Новичкам норм будет в основном, да. Типа, качайте, конечно же, по скидке. Тем более, руду-то надо экономить вначале. Вот и все. Вот, а здесь, ну, вроде все выводы сделал. Прикольно, может быть, даже сам покручу, чтобы одна копия была, потому что это все-таки легендарный каталист с крит уроном. Вот. Да и, в принципе, мне на самом деле так надоело на песне странника играть. Я уже никогда не замечаю на... Не обращаю внимания на то, какая там мелодия выпала. Первая, вторая, третья. Если беру клит, просто дамажу, и все равно все проходит под вейпом, да. Тем более, у меня C3. Вот. Ну, вроде все. Не ту кнопку нажал. Все, обзор пушек есть.